На широкой поляне Кунтек в самый красивый день года собрались эвены, чтобы встретить Новый год и новое солнце. Деловито украшают жилища, готовят праздничную еду, общаются с сородичами, которых давно не видели. Царит особая праздничная атмосфера. Длинное зимнее кочевье закончилось, началась благословенная летняя изобильная пора. Няма анганилкан юбилейин дялабгичаван. Эрделен нёканат тёрэнэн айдалин нярин нёлтэн халканчин. Гору анганил бутил даникан элэху янгун мирал аймолданач кинкич гуркэвчинникэн тэгачиддэп. Таралду алатан тунган адыкун тангулкасал ингэнгидэбук мон мирални бис. Адыкун бисэп эникэн гуна Бакатнюнтен, Теракалджи, Кинкич, Гургаджур, Республика Вур, Энгилбувканикен, Ханиникан и Индиддеп. Хе-джо, хе-джо. Или, не дача. Эсэлэманна, Буджейке. Манчел, тек нагматнан бакал тачеп. Намалтанын тике. Эвены – дети природы и всегда с почтением и уважением относятся к матери природы. Благодарят и приносят свои дары, разговаривают с духами земли, гор и рек. Таинство обряда проводит самый уважаемый человек в роду. На празднике традиционные обряды Улидек и Далбурге провела старейшина ламынхинских эвенов уважаемая Зоя Афанасьевна Степанова. Oh,
тишине все собравшиеся, затаив дыхание, прислушивались к словам старейшины, и каждый загадал свое самое сокровенное желание на обряде Долбурге, которое непременно сбудется. Старый плохой. Да, по кругу, вот под это дерево по кругу идете. Старый сюда оставляете и сюда завязываете и идете там туда Новый год. Да. Вот идет. Жалбу, харкалбу, аяврыбу, тонкарыбу, эбэхэл, эрэбинэгэ, эбинэглэ чакуроп, некоторлэн, хоя эбэнтэгэттэн, ми тангнуку, некоторлэн, бихи арыгылдула, улухылдула, бэгэччандулэн, эбэхэл бихэ. Омэдхэгэлджи, хантур хоя, тарбинэка, бэйт, Орион Тандула, Улхлава Кастендура, Эбхальби, Питер Хо, Мянукан, Ярту, Ньян Тангнив, Ньян Хо, Агдера Дрендарил. Или Эбхун, Тала, Бини Ибго, Боил Хо, Айстагатта, Меннар Тонкабатта, Турубатта, Тачин, Биб Такачадди, Тачин Биб Шадди, Хо, Ибго, Мутлава Кастендурга, Би, Ассоциация, Дулан, Прежде Бими, мед республика лет Эбухалдук, Адибой или такой тиман, я гургачит думан, бокачаман, эригар коеттам, харам, няняроттам, як мед хам бы як бойгал бут, обан тоду вар якан, адикан такой шикана, адакон илан диганаган такачилан, он тургул дунгам никан, агакатакох никан, никан, Тажен палич гаргакон айбим чагоникан модерис пилюка дак джембаган дулен айсен сергейш такиньян мэн мэргам ихурив. Эрэг ак джемба порос тэйми утук тэжулахким эрэг ба порос жугудин хобу тхойяч мутту гургак чижи бутук жулахким. Мэттуле хо хэнгат хуркалда, хуназалда, ахалда,
Гусетен Бенекен Челен Букнянин Делиндагалджи, Туркунь Оран Кокчеван Гададжи Амкачан Ареали Чебаджи. Ментек Бук, Нянси Хирам Нюльтеме, Нямси Хираман, Гуджи Дулраман, Джулкан Бенева, Арагер Би Этуджи. Тайнынич, а я вредял бы, и Раванынев, Винекодакан, где Наскарам,
Хунду агдяна скен беден, абгар билде. Мута васал адикун бенекен. Омутту бегал, аич гургавчигал. Ролбу аникен барир, торовур, торовур аникен барир. Агдян такан хунду. Дорогие мои сородичи, дорогие мои авены, представители других наших братских народов, позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия, от имени правительства нашей республики поздравить всех вас с этим замечательным праздником, долгожданным праздником, национальным праздником Эвенек. У нас в республике проживает много народов, и особыми и уникальными народами являются коренные малочисленные народы Севера, которые в дружбе, согласии живут много лет, много веков. Мы вместе встречаем невзгоды, мы вместе радуемся нашим успехам. И во многом это благодаря нашей ассоциации во главе с Андреем Васильевичем Кривошапкиным, который много лет объединяет нас. И вы знаете, хочется сказать о том, что мы должны ценить это единство, потому что национальное единство, дружба народов – это очень хрупкая вещь. Ее нужно ценить, ее нужно беречь. Нужно беречь друг друга, всегда относиться с уважением. И очень отрадно, что вот сегодня у нас в гостях наши сородичи эвенки, юкагиры, чукчи, долганы, русские арктические старожилы. Вот очень приятно, что все мы собираемся так, отмечаем прошедший год, встречаем Новый год. Конечно, сегодня вы все знаете, что у нас время насыщенное, мы живем во время перемен, огромных перемен. Вот, и наша задача в этих переменах не затеряться, сохранить свою самобытность, свою культуру, языки и традиции. И для этого в нашей республике делается очень многое. И правительством республики, мы со стороны министерства стараемся поддерживать все наши ассоциации коренных малочисленных народов Севера, поддерживать традиционную хозяйственную деятельность. Вопросы развития и сохранения языков, культуры – это приоритеты для правительства Республики Саха-Якутия. Учреждена медаль Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, медаль «Великий патриот Севера» академик Василий Афанасьевич Робик. Медаль в этом году вручается Никитиной Розалии Серафимовне. Константин Васильевич Робик вручает эту медаль от имени нашей ассоциации. Поздравляем! Поздравляю всех с этим нашим долгожданным праздником лета. Спасибо за такую высокую оценку моего скромного труда. Имя Василия Афанасьевича Робика, нашего академика, нам очень дорога. Он внес очень огромный вклад в науку, в североведение. Но у него еще интерес, вот такой научный интерес был кочевым школам. В этой связи я хочу сообщить вам о том, что трудясь в Федеральном институте родных языков народов Российской Федерации в отделе кочевого образования, мы разработали учебные пособия с первого по четвертый класс по ОБЖ. Это значит по основам безопасности жизни кочевых детей. И вот учебное пособие для 1-3 класса разработал Гаврил Михайлович Федоров, а для 2-4 класса я. И вот мы разработанные научные работы отправили в регионы. Это Ямало-Ненецкий округ, где большинство семей кочуют, там много детей. Так, Красноярский край,
Амурская область, Долгано-Ненецкий автономный округ и Якутия. И вот мы получили довольно-таки профессиональные отзывы, очень хорошие отзывы, и мы ждем публикации этих учебных пособий. Так, этими учебными пособиями будут заниматься дети не только Якутии, но и регионов, вот этих названных регионов, где есть кочевые школы. Вот. Был бы рядом Василий Афанасьевич, он бы радовался вместе с нами. Горячо, сердечно поздравляю с нашим праздником. Праздником, когда эвены со всех концов республики собираются здесь, именно на этой поляне. И я уверен, что вы, как и я, каждый год с радостью приезжаете. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия всем. Теплый день подошел к концу. Все мы расходимся с чувством радости и ожиданием прекрасного. Продолжение праздника смотрите в нашей следующей передаче «Аймакань. Аич Абгар Несалкан Билде». Те, на которых держатся древние блюда, которые по сей день. За 27 тысяч овенов. Это очень малочисленный народ сам по себе.